Все мы смотрим новости и все мы смотрим телевизор порой. Ну и мы представляем, что есть студия, на которой сидят ведущие передачи и непосредственно рассказывают нам о тех или иных событиях. Но мы не видим, где они сидят, а если сидят, то где-то за какими-то каменными стенами. Но только не в Нью-Йорке. Посмотрим, как работает определенный канал и как они вещают новости и откуда. Смотрите, это как шоу за стеклом. Просто люди ходят и смотрят, а вот непосредственно идет передача. Она сейчас идет, вот ходят камеры, непосредственно сидят ведущие, гости. И вот вещается прямой эфир, может запись, я не знаю, но... Передача идет. Вот мы видим, телевизоры висят, пока идет реклама. Ведущие, я так понимаю, отдыхают. Но сейчас непосредственно включится прямой эфир. И дальше то, что показывают здесь на экранах, будут показывать во всей Америке на этом канале. Не знаю, правда, на каком. Ну вот, вот видите, как идет работа ведущих. Постгейм. Я не знаю, что это. Либо это программа какая-то, либо это какое-то реалити-шоу. Эта машина, наверное, приехала за гостями или за ведущими программы. Я не могу сказать, тяжело ли ведущим вести программу, когда все заглядывают в окна и махают им, но я думаю, это профессионализм. И у меня есть приятель в Украине, который ведущий на одном из украинских телеканалов. Он довольно-таки молодой, но очень профессиональный человек. И когда я у него спрашивал, как ты ведешь передачу, не боишься ли ты вести прямые эфиры, он говорит: Артур, все приходит с практикой. Порой боялся, но сейчас прошло много времени, много было ошибок, много было смешных историй. Но человек сейчас профессионал и очень хорошо вещает. Вы все его прекрасно знаете, но я не буду называть его имя. Догадывайтесь сами. Но с вами был Артур, и я тоже пойду учиться вести нашу программу канала Real Immigration. Пока-пока!